Здравствуйте, в эфире Бонго ТВ, и я его ведущий Фарадей Бивака. Биографическая справка. Фарадей Власович Бивака. Родился в семье зажиточного крестьянина. После Великой Октябрьской революции на хутор, где проживала семья Бивака, часто стали совершать аварийные посадки летающей тарелки. Во время одной из таких неудачных посадок семья потеряла кров. Фарадею пришлось искать альтернативные источники питания. Так юный Фарадей поступил разнорабочим в мастерскую известного сербского ученого. Природный талант проложил ему путь в мир большой науки. Через 10 лет его уже приглашают на лекции ведущие университеты мира. Активно поддерживаемый самыми прогрессивными умами эпохи, он встречает стену непонимания на исторической родине. Последний плод научного скептицизма капитулировал после публичной демонстрации опытного образца фанк-разработки Тесла-34, адаптированной для российского климата. Заголовки новостных блоков запестрели сообщениями «Бежать от фанка некуда». Не придавая значения мировому признанию, Фарадей ушел в народ и занялся андеграундным шоу-бизнесом. На вырученные деньги он продолжает свои эксперименты. Сегодня у нас специальный выпуск программы, посвященный одному из самых ярких событий музыкальной жизни страны – ежегодному фестивалю «Вдох». Фестиваль прошел 19 октября в Москве и 24 октября в Санкт-Петербурге. На последнем и побывала наша съемочная группа. Добро пожаловать на фестиваль «Вдох». Мы сейчас только что попали сюда и посмотрим, что же там творится. Это Бонго ТВ. Вы только что пришли? Да, только что. Вы собираетесь сойти с ума здесь сегодня как-то присутствовать? Да, да. Да, что вы собираетесь делать? Что вы готовите? Веселиться. Веселиться. Дорогие друзья, у нас здесь звезда. Звезда – это, как если мне не изменяет память, это клавишник группы King of Bongo. Да. Ну что же, все люди ждут с нетерпением вашего выступления. Скажите, чего ждете вы? Чего ждете вы? Я тоже жду выступления. Скажите, пожалуйста, вы смотрите Bongo TV и улыбнитесь? Отлично, спасибо. Это тот человек, который двигает фан в нашем городе. И это настоящий фан-человек. Диджей Вазир. Диджей Вазир. Скажите, что это про фан, про все, про вдох. Ну, отличная атмосфера у всех вдох. Очень рад, что сюда попал, но в Москве вообще очень круто. Святая святых, пульт управления. Последние разработки. Я поиграю в танцу. Фарадей Бивака. Это пульт управления фестивалем «Вдох». Все, что происходит в этом зале, управляйте отсюда. И дышу красотою. Девушка, что вы все выглядите охренительно, потому что вы находитесь здесь. Я вот, правда же, вот поверьте мне, я не знаю, успел ли кто-нибудь, каждый из вас, сказать сегодня комплимент. Я не мастер в этом деле, но у меня есть микрофон, и я громче всех. Вы очень красивы, и находиться рядом с вами каждому из нас, мужчин, очень приятно. Спасибо, что вы с нами. Thank you.
На этом мы завершаем наш специальный выпуск. В следующей передаче смотрите репортаж с научного эксперимента по слиянию двух видов энергии. Энергии живого танца и энергии живого звука. Эксперимент пройдет 15 ноября в научно-исследовательском центре Манихани при участии группы King of Bongo и танцоров Funkstyle.